Штутгартские студенты и самарские улицы, еда и даже водоразборные колонки. Вдохновение немецкий художник Юрген Кирспель черпает из самой жизни. Привычные предметы автор видит в неожиданном ракурсе. Когда мы впервые смотрим на эти фотографии, то мы можем заметить, что на каждую колонку одет какой-то элемент одежды. И мне кажется, что это личности. И на каждой колонке совершенно разная одежда. И мне показалось, что это довольно любопытно. Полное название выставки – ИТД, фотографии и картон. ИТД, по мнению Кирспеля, означает искусство непрерывно как жизнь. В доказательство фотографии в тренде – целая серия селфи. Каждый день миллионы фотографий люди выкладывают в сеть, и моя серия селфи – это ирония на тему того, как люди постоянно постят свои фото. От мусора до арт-объекта один шаг. Еще одна страсть художника – картон. С легкой руки мастера вчерашние коробки из-под пиццы превращаются в произведение искусства. Так, казалось бы, ненужные вещи обретают новую жизнь. Кирспель в Самаре не впервые. Частый гость Ширяевской биеннале и автор различных арт-проектов. Уже успел обзавестись здесь друзьями. Я наблюдала на протяжении последних 20 лет его. Он каждый раз представляет разные объекты. То он делает интересное пространство в Самарском художественном музее, то это какие-то небольшие инсталляции. Каждый раз это неожиданные объекты. О себе Кирспель говорит с иронией, а на вопрос, кто же он, художник или фотограф, отвечает просто. Познакомиться с работами художника можно в галерее «Виктория». Выставка продлится до 23 августа. Татьяна Потоцкая, Анастасия Гончарова и Михаил Смирнов. Новости губернии.